Она легко управляет многотонным троллейбусом, и, казалось бы, это вовсе не женское дело, но для химчанки Ирины Каменевой другого выбора просто не было. За плечами главного редактора телеканала «Химки ТВ» Андрея Липанова большой опыт работы от государственной телерадиокомпании в Волгограде до федерального уровня. О журналистике он знает много, но в роли наставника выступает впервые. Когда поступило предложение провести практику для ребят, мы с коллективом так с воодушевлением эту новость восприняли. Уникальная возможность поделиться опытом, просто пообщаться с ребятами. Есть что рассказать какие-то вещи из своего личного опыта, со съемок, с редакторской работы, на примере показать. Провести медиапрактику предложили сами дети на встрече с главой округа Дмитрием Волошиным. Десятиклассникам школы и Лига первых повезло не только познакомиться с теми, кто стоит за кадром, но и самим попробовать себя в роли репортеров. Правда, это чуть позже, ну а пока мастер-классы по сценическому мастерству и речи. И, конечно, журналистики. Что такое сюжет, синхрон и стендап? И все это от профессионалов своего дела. Редакторов, корреспондентов, монтажеров и операторов. Спускаемся. А это уже школа «Лига первых». Именно здесь учатся старшеклассницы. Поэтому специальный репортаж делают в стенах родной школы. Они пишут свое первое интервью и свой первый стендап. Ты делаешь два шага и начинаешь говорить. Рассказать о своей любимой школе, да так, чтобы было интересно зрителю, задача не из легких. Но старшеклассницы справились оперативно и, более того, подошли к этому процессу творчески. Мы быстро придумали сценарий, его отредактировали и сразу же сняли. И, как по мне, даже хоть этот проект длится и несколько дней, это шикарный опыт. И, в принципе, мне здесь нравится абсолютно все, начиная от состава, кто с нами работает, от главных людей, от операторов. То есть все идут на одной волне, все пытаются друг другу помочь. Это и правда мой первый опыт съемок, и вправду, это очень интересно. Когда нам только сказали о данном проекте, мы подумали сразу, что это может быть интересно, но никто не думал, что это нас это так затянет. Например, сегодняшний день очень многие ждали, чтобы попробовать себя, попробовать начитать текст. Всего неделя, чтобы освоить весь съемочный процесс. Запись стендапов, интервью, написание текста, монтаж. И как результат создания своего специального репортажа. Его они ждут с нетерпением. Супер. Это классно. Мы смогли, мы наконец-то сделали. Медиа-стажировку для старшеклассников «Химок» провели при поддержке Управления информационной политики администрации округа. Такие практики в плане и на летние каникулы. Настолько загорелись ребята телевизионной работой. Юлия Самошина, Дмитрий Бочаров, новости «Химки ТВ».